Так, всем доброго дня. С вами Вячеслав Кипкаев. И вот перед нами плата управления настенного котла Firoli Diva S. Котел этот турбированный, стоит он на горке. Значит, что у него произошло? У него был сбой система домоудаления, и код ошибки он показывал F05, что говорил о том, что это сбой дымоудаления. Значит, хозяин вызвал наладчик пришел, посмотрел, не открывая котла, не вскрывая, и приговорил реле давления воздуха. И на этом, собственно, все. Хозяин вызвал меня, я приехал, проверил реле давления воздуха, контакты замыкались, вскрыл плату. Ну вот по плате здесь не видно ничего, что произошло с ней. Но вот здесь стоит реле, вот такая вот она, реле, которое отвечает за вентилятор, то есть не включался вентилятор. Реле мы выпаяли с этого места, нашли аналог, поставили его сюда, припаяли контакты в плате. Вот. И завтра поедем ее ставить, эту плату управления, и запускать котел. Плата управления, если ее менять, она стоит, наверное, рублей, наверное, 8. Ну, вот здесь перепаяли, цена вопроса здесь 600 рублей. То есть вот нашли вот эту. Вот он. Тут впаяли, который отвечает у нас за вентилятор. То есть не включался на котле вентилятор. Дальше, почему это произошло? Ну, произошло, потому что стабилизатор напряжения, как всегда, не стояло, хозяин пренебрег всеми рекомендациями, то есть он не заморачивался, не ставил ни стабилизатор напряжения, ни заземление контур не делал, ничего, в общем, у него не стоит. И вот, видимо, был скачок напряжения, вот, и сгорела на плате вот эта вот штука, вот. Я попросил электронщика, мы вскрыли ее, посмотрели, да, она была черная, она сгорела, то есть от скачка напряжения. То есть это произошло, ну вот, нет горячей воды, нету отопления, но отопление сейчас не нужно, у клиента нет горячей воды. Вот. Поэтому вот завтра во втором видео я выложу видео, и мы уже посмотрим, как это все будет работать. Всего хорошего, всем хорошего дня, всего доброго. Итак, друзья, всем добрый день. С вами Вячеслав Кипкаев. И в продолжении видео вчерашнего про плату управления, которую я переделал. Вот я ее поставил. Вот она, эта релюшка, которую заменил вот с этого места. Ну, сейчас я еще собирать буду. Вот стоит котел, крышку я снял. Значит, что у него было? Вентилятор и прессостата, про который говорил якобы наладчик, что она неисправна. Но все было дело в плате. Вентилятор не запускался, вот этот. Соответственно, плата не давала команды на пуск у нее. Релюшка была сгоревшая. Вот. Мы ее заменили. И сейчас будем запускать котел. Так, ну я сейчас в режиме ГВС его запускаю. Так, горячего снабжения. Вентилятор стартанул. Сейчас открою еще горячую воду и посмотрим старт его. Так, он запускается.
включился, он пошел в режиме ГВС, вышел на 100%, добавил модулятор пламени, вентилятор. Работает. Ну вот, что и требовалось доказать. Ставит летний режим. Вот так вот он на кухне стоит у нас. Ну, всем всего хорошего.